чем мы там вчера остановились? Не помню. Все подыхают. Минус 5 реп. Ой, у нас она и так почти полная. Точно поднимется. Сейчас у нас там эти практики доучатся, и можно будет их всех на третий уровень обучить бесплатно. Так и все, пацаны, бросаем вилы. Блин, по 19, по 18. Короче, размер кабинета не важен. Я так полагаю, в этой игре только количество. Ой, какая убогая игра. Не, ну слишком дохрена народу еще приходит, все равно в больнице становится. То есть здесь либо вылечивать их прям с первого раза, там, то есть максимальный диагноз, тогда. То есть качество здесь тоже влияет. Тот же самый там. Сразу апгрейдить все, что можно по возможности. Так, пока никого нет, зеничек. Тут степенности. Придется кучу таких делать. Сколько ну, у меня два кабинета, а те, кто могут это делать. Я знаю точно, что нужно врачей значит, ну, больше, хотя бы в два раза. Это все знают. Так, тогда придется это удалить, надо поставить кучу новых. Продавай, просто продай. Угу. Здесь прям как раз два кабинета. А, нет, один. Не, я вот так сейчас они вот так выстроятся. Угу. Кучей. Вот как раз. Раз. Четыре влезет, нормально. Просто еще с другой стороны также, если что, можно напихать. Сейчас знаешь, о чем подумал? Наш с тобой заказ Gloomhaven выглядит очень странно, короче. Громадная игра там с почти с 2000. А, одна пачка маленьких. Одна пачка маленьких протекторов. Там 1500 карт. Карт, по-моему. Почти 2000 карт. Где шкаф-то? Thank you.
Может быть, их вот так ставить? Вдоль стены. Может быть. Здесь все равно много не влезет. К стене тоже две штуки поставить. Наверное. Почему у меня говорят про мусорку-то? Там хрен пройдет где. Эх, можно было бы Ctrl-C, Ctrl-V. Угу. Блин, вообще обидно. Нельзя так. И что за прикол? Что-то мне кажется, этот... Я не понимаю, как это работает. Как это работает? Вот, типа, здесь поставилось, а здесь нет. Как? Что-то как-то, ну, видишь, как-то по-другому поставилось. Почему? Все верно, все правильно. Один в один. Просто почему? Если вот так? Вот так, наверное, только если. Нет. Блядь, я не понимаю. Дичь какая-то тупейшая. Да хрен его знает. Ну ладно, минус один шкафчик пока. Они иногда тоже ведь туда где-то пройти не могут, там, где по идее должны пройти. Какая тупая игра, господи, блядь, первый раз вижу такую тупую игру. В ПЖ нет никаких плакатов.
Может, лучше не одинаковые прям ставить, а, допустим, один этот, один телефон, один... Какая разница? Ну, просто. Итого у нас 1, 2, 3, 4 кабинета. 4 кабинета, врачи у нас 1, 2, 3. И еще здесь куча будет, которые, может быть, когда-нибудь обучатся. Придется еще поставить учебный класс. Что, у меня там куча новых болезней? Одна. Пока только одна. Интересно, какая, не знаешь? Смотри. Шпах, ладно, поставим. Ломалась. На 14 не поставлю. Чуть-чуть попозже. Ну, ты успеешь. А, у нас же это, да, криво, палата криво стоит. Ладно, сейчас мы палату. Блин, там челики лежат. Забегут обратно. Черепаха там лежит. В диагностике. Так, это тоже диагностируется. Так, ладно, они все диагностируются. Поэтому... Извините. Сори. Ой, как бы это сделать? Да мне кажется, нормально. В другой кабинет.
Ты думаешь, вот такая палата норм? Я думаю, давай на один или два квадратика побольше сделаем. Просто вот сюда у нас 4 на 4, один влезет, и все, с ним больше ничего здесь не сделаешь. Раз, два, три, четыре. Ну сюда 3 на 3 что-нибудь влезло бы. Хотя нет, не влезет. Лучше новое отделение купим. Что? А. Лучше новое отделение купим. Да не, лучше пусть вот здесь стены стоят. Туда мусорку можно поставить. Ты лавочки, если что, здесь посерединке можешь поставить красивенько, так что. Кажется, вкуснее без кофе будет. Да, потому что некуда впихнуть. Thank you.
Остальных тоже практика. Протыкай так. Сейчас практики обучатся, пусть они второго уровня тоже обучаются. Там есть. Паузу нажми. Они там не разошлись. Это надо обучить уже давно тут ходит такой. Быстро, да? Обучился. Угу. Эти еще. Подарок судьбы. Сейчас можно на второй уровень сразу троих тогда обучить. Угу. Тоже обучили. Так. Мне бы... Так, ДНК. Я хочу вот этого обучить. И... все, у меня больше некого. Ладно, пусть его обучают. Лучше нижнего. Вот это? Угу. Почему? Ну, больше уровень, 140%. Mm-hmm. Надо ученых наших запрячь в работу. Да. Вот ты про эту работу. Ну так-то их обучить бы еще второго нужно. Он тоже там. Something that might cause me a modicum of excitement if only I knew who he was. And just what the devil is a perilous spandex anyway. Moving on. Кажется ли у нас там окно открыто? Да. Проветривается. Ну ладно. А же оно так криво стоит. Ну ладно, окей. Что за приколы? Так, стоп. Ты из-за вот этого дерьма? Еще один близец слева. Так. Контейнер. Ну, точно. Дают плюс один. Я хочу ему все заставить. Тем более они такие компактные.
хотя бы плюс 5. А в реальном времени оно будет меняться, если я сейчас сюда запихну? Не знаю, попробуй. Ну вот, а как увидеть? Да, просто поставь все. Дезинсекция нужна. Попросить подождать. Все можно поставить. Этих. Ну что, на хатпайс пусть друг друга учат. Ученые наши, как эти, как их называют? 4 на 4 мне некуда ставить. Забыл слово, ну ладно. Мне не могут друг друга учить, потому что ни один не выучен. Тогда, значит, одного надо обучить. Странно, я думал, на третьем уровне одного обучили. Ну ладно, придется купить еще один. Там внизу участок был. Вот этот? За 50 тысяч? Вот этот. За 35. Хотя не хочет. 30 тысяч. Ставь следующее исследование. Что ты изучил? Так, еще один хирург есть. Ну, кстати, что по хирургии? 5 всего лишь. А, один справится. Можно вот Сэнди Фарса нанять и... Ну, поставить там... продавалку какую-нибудь. Либо продавалку, либо еще что-нибудь такое. Просто у нас... А, это у нас санитарка. Ускоренная есть. Но портит настроение другим. Тогда забей. Кто там? Опять эта овсянка, блядь. Сколько можно? Тварь тупая. Говно собачье. Шлюха. Блядь, я сейчас нахуй отсюда выберу. Она всех обучала. Не она всех обучала. Ну, выгони ее. Да заебала уже, блядь, третий раз уже, что от меня хочет. Пошла нахуй отсюда. У меня, блядь, таких, как ты, уже, блядь, полная больница. Ебывайся, блядь, другой двор. Ой, не хочу. Да не надо. Хотя здесь эти будут мумии.
4. Вон, нет. Это обычная мумия. Так, он шел из первого отделения. А меньшую скорость поставить можно? Нет, вот. А слева? А, вот. Можно меньше вот такую. Ну я вообще никого не вижу. Я тоже. Ну, наверное, сидят. Сейчас, блядь, я их отсюда вытряхну. Очень странно. Вон он. Залез. У меня еще два. Наверное, кто-то из врачей, которых мы не видим. Вот. Ну где? А как у меня тогда, помнишь, мумия вылечилась? Да, я помню, мумия вылечилась. И что, это каждую мумию тыкать? Мне впадло. В другом месте посидишь. Кто быстрее на лавку? Блин, что, может, на мумию потыкать? Посмотри в другом отделении. Вот он. Все, все. Значит, она рандомно возникает у челиков. И потом они разносят. Подождать. Сейчас как раз копишь этот. Да, 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 вот этот. Ставь дезинсекцию. Ну-ка этот. А, это который мудила. Вот этот нам был врач подошел. Как раз для дезинсекции, возможно.
Что-то хирургия так медленно работает. А, нет, нормально, он троих попытался вылечить, и вылечил только двоих. Одного точнее. А где врач? Дезинсектор? Его нет отдельного. Он просто. Нет, я имею в виду, а где врач, которого я только что наняла? Вот он. Ой. Так. Ну, без разницы. Они все умеют все делать. Вот этого только, может быть, в аптеку оставить. Из диагностику убрать. Мне еще нужны диагносты. Какое-то говно. Надо его опасть. Диагност одного. Здесь лавочек еще поставим. Лавочек полно. Ладно. О, смотри, какие все счастливые. Вот тут вот особенно концентрация счастья. О, сюда вообще не ходят. А где? Так, у меня 4 кабинета. Сейчас сотрудник больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, еще можно миллион кабинетов вставить. Прям там пиздела гоняют. Наверное, его в угол поставлю. Ну, зато ты можешь так поставить ближе. Лицом друг к другу.
я думаю, хватит. Нет, не прокатит. Ага. Эту поставь. Брошюрки. Почему ничего не нравится? Надо апнуть. Челика, который апает. И что это такое? А что это значит? Вот они типа стоят, например. Они, видимо, там пришли, расчистили и что-то. Ну, им пока просто билет не хватает. Все отдыхает. Невылеченные. А у нас это есть ловцы привидений, кстати? По-моему, нет. Нет, нету. Или есть? Нету. Кого-то нет. Же мы ловили, я видел. А ловили? Есть один. А, ну, только один. А пучи вот этого? Вот это. Да. Да, а то он там просился. Просился. Что будет? Пусть другое привидение стало. Ну, смотри, я их притащила, они уже сразу все вылечили. Ой, блин, все расчистили. Ой, вот эти. Они не подохли. А что ты мне ставишь диагноза? Ну, пока у них есть время, пока они не дохнут, пусть деньги приносят. Я диагноз ставлю, вот который уже полумертвый. Кстати, один в очереди. Ну ладно, сейчас я его вылечу и перенесу эту штуку. Медбратьев не хватает, личаторов. Они его обучаются. А, точно обучаются. Так, ну мне нужны все равно диагнозисты. О, главный кадр.
еще такой, но мне пока не надо. Надо еще аппарат улучшать. О, надо этого апгрейдера улучшить, наверное. Надо мне. Нет. Не, на него как раз хватит. Так, что там у нас? 1.8. Да, блин. Буду брать отсюда эту сраную вкладку, которую никогда не тыкаю. Ой, ладно, надеюсь, он успеет. Тьфу, похили. Вылечите. Все, вылечился. О, мне последний остался до первой звезды. Так, все, шура отсюда. 3 на 3. Ладно. Ну так можно? Да, можно так. Психиатрию 12 человек очередь. Ой-ой-ой. И он еще первого уровня там бедный наяривает. Ой-ой-ой. Ладно. Придется поставить еще одну. Здесь как раз вот. Вот здесь может впихнуть или сюда. Не, я не хочу, чтобы здесь узкий коридор был. Здесь раз, два, три. Как раз будет узкий-узкий. Не хочется. Есть еще один психиатр, там, по-моему, был? Или ну, уже? Был, не знаю насчет сейчас. Блин, когда диагносты будут? Врач-диагност мне понадобится для рентгена. Рентгена и микросканера, которого еще нет. Да, для микросканера я имела в виду. Пусть он обучается второму уровню. Кто? Врач этот, вместе с тем. Какой врач? Который врач, которого ты наняла, втором уровне диагностики. Он не может обучиться, у него нет свободы ничего. А, не было? Я просто не увидел. Что было. Нет, не было. Да, нет. Ну, пусть, не знаю, везде работает. Блин, подвинуть сюда на 1. Я думаю, стоит подвинуть. Чтобы сюда раз, два. Они там все равно ходить не будут, а только сидеть. Еще один вниз. Они там все равно сидят, они ходят. А он какого у меня уровня был? Флюорограф? Да. Ты его, по-моему, нажми на него. Ну вон, видишь, написано просто флюорограф первого уровня. А он, по-моему... А мы не апали. А, ты... Да, его не апала. Это ты другой переносила. Ты переносила этот...
процедурную, и у нее ап пропал. Выверенные движения. Ну да, что еще поделать? Где музыка? So come experience the magic, wonder, and terror of our glass-boned acrobats. And face-eating clowns. It's a parfait day at the circus for everyone. More 2 Point, more often. This is 2 Point Radio. Вот здесь просто подвинуть ближе вот сюда, и тогда ты сможешь поставить. А, да насрать. Все равно один ничего не сделает. Значит, красные. Я же, типа, вроде чистоту. Почему, значит, красные? Может, обосрался. Да и вроде нет. Стремно. Это, видимо, кого... Это, видимо, чуваки, которых удовлетворяет или не удовлетворяет обстановка. Надо еще парочку поставить мусорок сюда. Тут куча народу кого-то. Обосранного. Нет, сюда. Блин, тут мусорка, там гадится. Ладно, просто сюда воткнуть. А сюда надо разбить. Я думаю, по одной поставь еще. Потому что рядом есть. Да, я знаю. А, блин. Че? Да вон. Тут целый квадрат отбирать. Жаль. Куда можно, интересно? Сюда не повесится. Блин, а тут никто не сидит. Можно там поставить продавцов. Ну да, важно.
Это не та дура, которая портит всем настроение, это тварь тупая. Наверное, да, это она. Говно. Собачье. Ну, потом. Что такое? Потом найду нормальную, это будет администратор какой-нибудь хороший. Да нам бы за своего прокачали бы. Мы, по-моему, никого еще не апали. Тут карандаши. Может, это не карандаши? Кто их знает, этих обмен? Так, вот это сюда влезет? Влезает. Телефон влезет. Может, телефон влезет? А когда, вот ты видел, чтобы они подходили вот к этой деревянной стойке? Я нет. Я не успел. Я за ними даже не смотрю. Не, просто если они не подходят, толку-то от нее тогда. К телефону подходят часто, а вот к этой сраной полке. Наверное, потому что я ее не ставлю никогда. Все равно я первый. Угу. Знаешь, как эта свободная касса появилась, да, короче. Да. Побежали. Так, вот с этим надо решить проблемы. А проблема решится. Знаешь как? Может, вот это вот дерьмо перенести? Да, блядь. Мудацкий кабинет, кусок говна. Вот, никого в очереди редактировать. Переезжаем. Так вот. Не знаю, поможет ли это то, что я вот так вот делаю. По крайней мере, проблем. Говнобагов. Может быть, у него там какой-то баг случился, что теперь туда очередь из миллиона челиков. Нет, к нему приходят они. Ну да, ничего. Посмотрим, может, там психиатр какой-нибудь пришел. Ну-ну. Хотя, не, пока не буду ставить. Все равно врача нету. Да. Либо, конечно, обучить. Но... Я уж всех удалила. Угу. Все, может, прям появится. Диагностику народу, это в кардиологии стало народу дофига. Походу из этого надо будет тоже диагностику делать. Лучше из нижнего. Из вот этого? Угу. А, ну... Вторые кабинеты здесь ставить. His greatest confusion was the notion that eyelashes have feelings too. Make of that what you will. Да, там это анализ жидкости тоже. А поэтому он там так и стоит. $20,000, да. Тогда практику на третий уровень, там, по-моему, еще кто-то. А, нет, бесплатного нету.
все. Час проходит, начинаются лаги. Невыносимые. Сейчас надо сохранить и ребутнуть. Ну, такое ощущение, что сегодня пятница. К ним подходить не нужно, их можно ставить. Куча. Крепота, твой кошмар. Все.